Денис, для тебя это первый плей-офф вот на таком уровне. Насколько волнителен для тебя этот момент, учитывая, что ты был лучшим снайпером команды в регулярном чемпионате, команда ждет от тебя высокой продуктивности и плей-офф? Да, спасибо. Да, волнение есть, конечно, присутствует некое такое, чуть-чуть, я бы сказал, но на самом деле как-то стараюсь об этом не думать, стараюсь просто играть в свой хоккей и что от меня требуют тренера, и просто помочь своей команде. Я думаю, что волнение пропадет после первой смены на первой игре. Насколько важно для тебя иметь рядом старшего товарища в лице вот, Александра Радулова, у которого такой богатый опыт и понимание игры? Насколько часто вы общаетесь друг с другом? Можешь ли ты назвать его своим ментором в команде? Конечно, это очень помогает. И Саня Радулов, и Антон Худобин мне очень помогают, как и на льду, так и вне льда, там, не знаю, различные ситуации. Поэтому мне очень повезло, что я с ними в команде, и они мне подсказывают, и я им очень за это благодарен и прислушаюсь к их мнению, когда они мне что-то подсказывают. Ты наверняка задаешь вопрос более опытным одноклубникам, тому же Радулову, в чем заключается отличие хоккея в плей-офф от хоккея в регулярном чемпионате? Что они тебе говорят на эту тему? Что ты уяснил для самого себя? Ну, понятное дело, это скорости, быстрее игра и больше физики, больше контакта в плей-офф. И надо думать быстрее, потому что все бегут. Вот. Это я для себя подметил. Быстрее хоккей.